Всем привет! У меня для вас отличные новости. Переходите на ссылочку «Наше радио» и встречаемся с ребятами в прямом эфире уже сейчас. Артисти зараз на телефонному зв'язочку. І, власне, от коли саме з нею випадок, то той, що я би хотів бачити її тут, тому що вона неймовірно чарівна і крута. Діджей Нана в нас на телефонному зв'язку. Привіт, сонечко! Всем привет, доброе утро. Привет, золотко, привет тебе. Нанушка, во-первых, мы, пользуясь как бы, да, таким вот публичным случаем, хотим тебя на всю страну поздравить с прошедшим днем твоего рождения. Смотри, есть один вариант. Значит, вот так вот. Ай. Ай. Ли есть второй вариант. Сейчас, господи. О, как хорошо. Я извиняюсь за эти комментарии. Ну ты крутый. Какой классный у нас сегодня был эфир вместе с Наной. Шпагаты, легендарный холодильник, книги, сериалы, аромапалочки. Мы сегодня говорили абсолютно обо всем. Нанушка, тебе огромное спасибо. Эфир до завтра хранится в аккаунте нашего радио. Огромное. Подождите, мне тут написали. Так, привет Луганской области передаю. Кириллу из Харькова привет передаю. Всем-всем, ребята, я вам посылаю поцелуи, лучики тепла, добра и самое главное здоровья. Что нам делать? Простых ответов нет, конечно. Нужно через телепрограммы и все остальные программы чаще и чаще говорить людям, что мы все ценности.